пресечении является то, что, по мнению следователя Котвицкий, который подозревает совершение особо тяжкого преступления, может скрыться от органов предварительного расследования суда, угрожать свидетелям, принять меры к сокрытию уничтожения доказательств, но он должен спрятать производство по делу. Выслушав следователя прокурора, поддержавших заявленных ходатайств об избрании мер пресечения, заключенных под стражу, защитник и подозреваемый, просивший применение более мягкой меры пресечения, проверив представленный материал, суд учел ходатайство следователя необоснованным привлечением творения, поскольку материал не содержит достаточно обоснованной необходимости избрания в отношении Котвицкого мер пресечения и заключения под стражу. Согласно статье 108, часть 1 УПК РФ, заключение под стражу в виде мер пресечения применяется к судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 3 лет при невозможности применения иной более мягкой меры пресечения. Подозреваемый, который характеризуется положительно, к уголовной ответственности не привлекался, имеет постоянное место жительства и регистрацию трудоустроен. На иждивении у него 2 малолетних детей, имеет награды, гранты. При таких обстоятельствах суд не считает обоснованным применение самой строгой меры пресечения. Вместе с тем, материал содержит достаточное обоснование наличия органа расследования обоснованного подозрения в совершении Котвицким преступления. Суду представлены конкретные сведения, указывающие на возможную причастность к совершенному преступлению на этого лица, которые на данной стадии суд считает достаточными. Котвицкий подозревает в совершении особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, может использовать свое должностное положение с целью оказания давления на свидетелей из числа подчиненных ему работников предприятия, что в совокупности с конкретными данными личности подозреваемого дает суду достаточно полагать, что Котвицкий без надлежащей меры пресечения может скрыться от органов предварительного расследования суда иным путем спрятаться производство по делу. В связи с этим суд считает необходимо избрать в отношении Котвицкого меру пресечения в виде домашнего ареста. На основании изложенного руководства статьи 107 УПК РФ постановил отказывать в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, избрать в отношении Котвицкого Ивана Анатольевича меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца, то есть до 15 мая 2019 года. Наложить на Котвицкого запреты, запретив ему выход за пределы жилого помещения, в котором будет проживать по адресу Саратовская область, город Ингельсу, Цветной дом. Да, да.